Здравствуйте, сегодня хочу вам показать вариант, как создавать игры на бесплатной программе с начала до конца. Покажу вам, как достать эту программу. Называется Unity 3D. Если напишите Unity 3D.ru и выберете официальный веб-сайт unity3d.com.ru, не первый, а второй, вы перейдете на главный веб-сайт. Как я сказал, она бесплатная, но есть и платная версия. Если нажмете «Купить Unity», здесь будет две версии. Как я сказал, одна будет бесплатная, это персональная, и профессиональная, она платная. Я пользуюсь бесплатной. Она безлимитная, то бишь нет лимита на время. Можете пользоваться хотя бы годами. Как бывает на 30 дней, это не на 30 дней, это будет без лимита. Есть и профессиональная, но она, по-моему, думана для реально студий и больших артистов. Так, еще изучение. Если нажмете изучение, здесь можно получить видеоуроки, как создавать игры, обучающие материалы. Вот здесь пару проектов, которые можно использовать. Вот здесь есть видео туториалы, как создается игра. Также можно найти в интернете много, в том же самом YouTube есть много обучающих материалов. Так что это осуществимо. И еще хочу вам сказать о Asset Store. Это очень тоже важная штука. Здесь можно получить много элементов для вашей игры. Вам не надо будет самим рисовать множество элементов для игры и тратить очень много времени. Некоторые из них платные, но много из них бесплатные. Я создаю игру полностью с бесплатными элементами, так что здесь довольно-таки много всего бесплатного. Как видите, вот Unity Labs Free, Space Shooter Free, Village Stealth Free, бесплатные деревья, ну, допустим, Village. Ну вот, можно получить целый вилладж бесплатно. Это почти что же пол игры в кармане. Так, и еще, да, покажу вам интерфейс программы. Вот это сама программа. И что хотел бы отметить, что очень просто менять позиции элементов. Видите, можно поставить, переставить. Не надо ничего программировать. Правда, программировать чуть-чуть надо будет, скрипты там, ну и все можно найти в интернете. Я тоже все ищу в интернете, там полно всего для этой программы. Так что удачи с играми и не забудьте ставить лайки. До свидания.